Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1449. События дня. Эпиграф. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 1 декабря 2019 года. Ну и обращение наше о помощи доброму человеку. Хороший подарок бы сделали для деревни, кто-то помог бы, собрались. И вот 4 ролика про Игоря Воробаша, семейство его, что это не обман. И вот дальше тут, что переписывались. Ну, немного. Курсором приостанавливайте и можете считать дальше. Ну вот то, что мы здесь просчитали. И дальше, чем занимались вчера? Воскресный день. Как всегда, встали пораньше. Я встал во втором часу, кажется, ночью. В 4:40 уже все остальные встают у нас, кто есть тут, ночует или... Ну, в воскресенье мы не собираемся на общую молитву, потому что в храм идти и готовимся. Ну, в 8 началась служба. Батюшки нет, он приезжает сюда через одно воскресенье. Одно в Потеряевке, одно в Барнауле. Отец Аким приезжает. Пришлось мне говорить проповедь, потому что у меня сильное побуждение к этому было. Говорить о даре развлечения духов. Вот так. Ну и после этого собрания всегда тоже пришлось слово сказать. После собрания, кто остается, трапеза у них, обедают, и занятия. К Римлянам 6 глава, 1,5 часа. А потом у нас в воскресенье назначено уже 4-5 человек братьев. Ровно в 4 нас в одно место мы сходим, как называется, свое содружество. Слово «чат» мне не нравится. И готовимся. Небольшое наставление даю, в чат-рулетку зайти на 1 час. А потом приходим, подводим итог. А уже 6 часов по местному, я беру по местному, барнаульскому. Это 2 часа по московскому. 2 часа дня. Уже занятия по интернету. По интернету у нас 3 занятия идут. И одно в храме, в трапезной. Ну вот и все, вечером тоже и времени нету, а еще охота посмотреть. Досмотрели фильм, а один называется «Иннокентий Сибиряков». «Я страшно богат, не знаю, что делать» называется. Очень хороший фильм, редкий души человек, миллиардер, сказать так, золотопромышленник. Он умер еще до революции, и как он все оставил, все раздал и ушел в монастырь. Это святой человек. И вот так прошел день. Какие события.
Тут приехала наша сестра из деревни, Людмила. Пела, я даже и не знал, что я с ней не поговорил, ничего. Оказывается, она заболела, и вчера ее увезли, сделали операцию. Звонит сестра ее раз, другой, помолиться надо. И, конечно, все бросаем сразу на молитву и по 100 поклонов, Людмила. Вот так вот прошел день. И вечером тут я еще в интернете ответы дать, кто работает, принять готовые, как сказать, файлы, ролики, которые берут с нашего библейского православного сайта «Вопросы-ответы». И вот так прошел, прекрасно прошел день. Воскресный, удивительный. Ну, а я что, голубям слазить надо? Воробьям тут устроил кормушка, не кормушка, а стол поставил. И большие корыта, как у стола, такие выдвижные ящики, три ящика. И перед окном еще около 100 воробьев. И голуби тут прилетают, кормлю их. Кормлю зиму. Отходы от голубей. Голубей покормил, семечек жуланом, синицам. С кошками. Ну, то есть простые, обыкновенные дела. Но все это радостно. И благословен Господь Бог. Ему слава во веки. Аминь.